Всем привет! Сегодня будет кое-что новенькое для любителей широких браслетов, широких плотных браслетов. Назовем его четырехслойный рыбий хвост. И вам понадобится примерно 180 резинок, чтобы его сделать. Такие есть два варианта. Здесь я использовала два сорта резинок слева, а справа все цвета радуги. И именно сегодня, именно его я хочу показать в этом видео. Ну что ж, если вы еще здесь, никуда не убежали, давайте начнем. Станок нам снова не нужен. Берем наши две резинки, склеенные посередине, скотчем. Я также советую использовать вязальный крючок. Кстати, это не обязательно. И первую резинку мы одеваем крест-накрест на все зубцы. Далее мы одеваем по одной резинке вот таким вот образом на каждый зубец. Вообще это легче показать, чем объяснить. Вот что получается. Начинаем плести. Нижний слой идет наверх. Следующая резинка идет только на одну вилку. Теперь берем следующий цвет. И одеваем закрепляющую резинку на другую сторону, на другую вилку. Третий цвет. И плетем нижний слой, на этот раз красный, идет наверх со всех сторон.
Дальше в нашей радуге идет зеленый цвет. Поднимаем нижний слой. Нижний цветной слой. Не забываем про наш бутон. Следующий ряд фиолетовый. На этом наша первая радуга готова, и мы начинаем снова с красного цвета. Делаем все то же самое, и так до тех пор, пока не получим браслет нужной длины. Наш браслет почти готов. Остается только надеть застежку. Сейчас я покажу вам, как это делать.
Все почти готово. Собираем серединки в середине. Я очень надеюсь, что вам понравилось, и буду искренне рада вашим комментариям, пожеланиям, новым подписчикам, конечно. Не забывайте ставить мне большой палец вверх. Я желаю вам отличного дня и прощаюсь до следующего раза. Пока!